Моя будущая профессия была предопределена в детстве. Благодаря моему первому учителю Петру Филипповичу Морозову я до сих пор отчетливо помню свои уроки в начальной школе. Я помню тот классный час, посвященный дружбе. Это был второй класс, на котором я твердо решила, что хочу связать свою жизнь с детьми и со школой. Именно он смог заложить любовь у меня к моей будущей профессии. В более старшем возрасте для меня примером для подражания была мой учитель русского языка и литературы. Это Славская Галина Владимировна. Она покорила меня своей безграничной любовью к профессии. Галина Владимировна очень доброжелательна, чутко и внимательно относилась к каждому ребенку. Я с теплотой и уважением вспоминаю всех школьных учителей, у которых мне посчастливилось учиться. Но именно эти два педагога сыграли большую роль в моей судьбе. Они по кирпичикам заложили в меня прочный фундамент не только знаний, умений и навыков, но и огромный багаж человеческих качеств. Петр Филиппович и Галина Владимировна научили меня не пасовать перед трудностями и, несмотря ни на что, двигаться только вперед к своим целям. Я счастливый человек. У меня есть свое любимое дело. Моя профессия – это радость общения с детьми, педагогами и родителями. Это моменты счастья, когда я вижу благодарность и улыбки на лицах учеников, коллег и родителей.